специалистов. Они честно несут нелегкую службу, показывая примеры порядочности и бесстрашие. Наши ребята продолжают эти службы, поддерживая все испытания за мужество в Афганистане при выполнении служебно-боевых задач на территории Северо-Кавказского региона. Мне отрадно осознавать, что наши ветераны находятся в одном строю с нами, участвуют в решении задач, стоящих перед органами внутренних дел, передавая свой богатый жизненный опыт молодым сотрудникам. Вы являетесь собой живую связь регионных поколений, служите примером выполнения служебно-боевых задач и обязанностей, того морально-нравственного облика 20-го порядка. Огромное спасибо всему личному составу, органам внутренних дел, за их нелегкий труд, а их женам, отцам, матерям, за помощь и понимание. Уважаемые сотрудники органов внутренних дел, я поздравляю вас с праздником. Желаю вам стойкости и мужества в борьбе с преступностью, дальнейших успехов в самодержном, благородном мире. С праздником! С днем сотрудников органов внутренних дел! Я благодарю сотрудников Управления внутренних дел за каждодневный труд, за профессионализм, терпение, которое они проявляют в нелегкой, зачастую опасной службе. Об этом мы говорили сегодня утром, когда вспоминали наших товарищей, которые, к сожалению, с нами нет. За результат, который мы сейчас видим, а это спокойная, безопасная и благополучная жизнь. Я посмотрел статистику, численность тверской полиции сопоставима с населением среднего по масштабу районного центра Верхний Волжск. Полиции служат 6200 человек. Даже когда проходят дни районов, города, я поздравляю муниципалитет, конечно, в первую очередь, желаю счастья, успехов, мира, благополучия каждой семье. И вообще очень хороший пример. Я обращаюсь к республиканской составляющей сотрудников. Мне очень приятно видеть, когда сегодня торжественное собрание проходит из приглашения членов семьи. Это очень важно. Потому что слова, сказанные в адрес членов семьи, сотрудника управления внутренних дел, наверное, половина, если не больше, это заслуга членов семьи. И сегодня я хочу пожелать здоровья и успехов не только виновникам торжества, не только вам, уважаемые коллеги, дорогие товарищи, но и вашим семьям за терпение, за выдержку, за понимание. И хочу одного пожелать. Как можно больше счастливых моментов в семье, каждому, и как можно меньше поводов для волнения. С наступающим праздником! Спасибо за внимание. Утёвкой, чтобы на медовый месяц запомнился. Ближайшие.